Около 30 новеньких игрушек уже лежат под елкой в торговом центре «Мегадом». Но собрать осталось немало, ведь в Баенгольском детском доме-интернате живет 198 ребятишек, и каждый из них ждет подарка на Новый год. Данная акция именно для детей, инвалидов, для Баенгольского детского дома. Почему так? Наверное, в системе социальной защиты это единственное учреждение, которое работает с детьми-инвалидами, в общем, тяжелыми формами заболевания. 30 круглые сироты, остальные дети, к сожалению, отказники. Но, тем не менее, значит, эти дети по-своему творчески, по-своему любят жизнь, по-своему встречают каждый раз Новый год. Я бы хотел бы пожелать детям, чтобы они были счастливы. Это не просто. Почему? Потому что природа поступила так с ними. Но задача наша, взрослых людей, людей, кто может оказать помощь, но создать условия для того, чтобы они чувствовали себя нужными, чувствовали по мере своей возможности счастливыми. Эти машинки, куклы и мягкие игрушки попадут в руки к своим маленьким хозяевам уже 27 декабря. Подарки получат и малыши из других детских домов и домов-интернатов республики. Их можно будет оставить под елкой, которую на следующей неделе установят и в универмаге Центральном. Каждый ребенок ждет своего чуда, а Новый год – это особенный праздник. Акция должна, наверное, проходить не только на Новый год, каждый должны проводить чуть почаще. Мария Шалковская, Александр Хамаганов. Новости дня.